Дорога в разрушенном состоянии, а вода из труб бьет ключом. Жители поселка Новый Кихулай вот уже 10 лет пытаются решить проблему плачевного состояния улицы Абдуллаева. Активисты ОНФ среагировали на обращение граждан и прибыли на место. Зумруд Гамидова разбиралась в ситуации. После одного дождя здесь невозможно проходить. Ни с колясками не можем выйти, нормальной обуви не можем выйти. Я иногда бахилы одеваю, выхожу. Иду до асфальта, а потом это что такое? На свою проблему жители улицы Абдуллаева пытались обратить внимание властей больше 10 лет. В 2008 году улица была асфальтирована, однако этот участок дороги остался нетронутым. Более того, при малейшем дожде канализационные стоки заливают улицу и затапливают дома. Мы поменяли своими силами водопровод, который установили городские власти в 90-е годы. Поэтому сейчас она течет. Через каждые 10 метров мы ставим хомуты, поэтому невозможно вот так нормально жить. Постоянно на улицах вода. Проблемы, по словам жителей, начались после того, как на соседней улице проложили ливневую канализацию. Еще при прокладывании трубы рабочие наткнулись на проложенную ранее хозфекальную канализацию. Отрезав мешающую им трубу, присоединили ее к ливневке. Позже канализация забилась и стала отравлять жизнь горожан. Асфальт, почему мы говорим, потому что при укладке асфальта, значит, по правильному уклону вода, дождевая вода ушла бы в сторону, и мы, наши огороды, дома остались бы чистыми и так далее. Мы хотим этого. Мы просим вас всех именно помочь этой части и асфальтировать нашу улицу, нашу часть улицы Абдуллаева и поменять водопроводную линию. Вместе с сотрудниками ЖКХ активисты ОНФ осмотрели проблемный участок. Коммунальщики заверили, что есть проектно-сметная документация и неоднократно давались предложения на включение улицы в план капитального ремонта. Однако всякий раз работы откладывались. К сожалению, финансирования не было, и она осталась так за бортом. На сегодняшний день мы очередной раз сделали замеры, сейчас сделаем дефектный акт. Здесь есть проблемы, связанные с водопроводом, канализацией. Нами будет направлено письмо в горводоканал для устранения этих недостатков. Вот. И нужно будет искать пути финансирования. Наряду с проблемой канализации существует и проблема ветхого трубопровода, который требует замены. Почти каждые 10 метров есть протечки. Вода бьет ключом из-под земли, отчего на улице образуются большие лужи. Принято решение с представителями ЖКХ города и представителями Ленинского района города Махачкалы, что необходимо собрать необходимую документацию, подготовить проектно-сметную документацию и включить данную улицу в ближайшее время на реконструкцию и на асфальтирование. Со стороны Народного фронта мы будем это держать под своим контролем и надеемся, что принятые меры приведут к тому, что будут созданы нормальные и приличные условия для людей. По итогам проверки активисты ОНФ обратились в администрацию города с просьбой содействовать устранению проблем. Необходимые меры должны принять и в Махачкала-Водоканале. Ведь речь идет о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Сейчас же единственным решением ситуации остается подсыпка дороги гравием. Зумруд Гамидова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.